Первые участники детского хора России приехали в Чебоксары. Утренним поездом прибыли ребята из 4 регионов – Москвы, Ярославля, Пскова и Чечни. В ближайшее время ожидаются и остальные участники, а те, кто уже приехал, времени зря не теряют. Репетируют прямо на перроне. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда. Будем петь песни, ну, вполне известные всем. Об этих песнях знают все. То есть, например, даже «Чего начинается Родина», «Широка страна моя родная». Они все безумно красивые, понимаете? Когда сливаются еще тысячи голосов, и когда они еще разливаются на многоголосие, это безумно красиво. Напомним, выступление сводного детского хора России «Чуваши» состоится в День Республики. Гимн России и Чувашской Республики, чувашская народная песня «Жаворонок». Тысячу голосов исполнят 12 композиций под руководством Марисы Яклашкиной.